Юля все время ездит в дырке. Юля, не нужно отдельное место. Я почти все переезды ты просидела. Так что Миша с Аней вместились. Я не могу себе. Кстати, можно было тут табуретку. А если бы поехали бы Миша с Аней, как бы мы ехали? Тесно. Тесно. Тесно, плохо. Не, серьезно, я сейчас думаю. Не, они поехали бы на другой машине просто и все. Да ладно. Или тесно. Ну а как? Две машины?